Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы соберем схемку еще одного радиомикрофона. Буквально недавно мы собирали вот такую вот схемку радиомикрофона, вот она выше, теперь соберем вот эту. Она немного сложнее, немного труднее компоновка, но опять же схемка достаточно легкая, плюс ее относительно предыдущей, то что она надежная, а минус, возможно, для некоторых, то что она питается от 9 вольт. Прошлая схемка у нас питалась от 1,5 или 3 вольт, тут от 9 вольт, поэтому, возможно, как будто это будет минус, поскольку 9 вольт крона, ну не самая компактная батарейка. Компоненты тут все простые, нужен опять же транзистор КТ-315, точно такой же, как и в прошлый раз, то есть мы тоже использовали в прошлый раз КТ-315. Компоненты все простые, конденсаторы также используются, как в прошлый раз, малого объема. Единственная проблема у меня с конденсаторами возникла, что у меня нету конденсаторов на 3,6 и на 12 пикофарад. Я сделал так, что я совместил два конденсатора, чтобы получить мне нужный объем. То есть вместо 36 я взял 33,3 и совместил их, подсоединив параллельно, и у нас вышло в общей сумме 36. Это как по аналогии с резисторами, только тут нужно подсоединять параллельно. И также я с 12 сделал. Взял, соединил 10 и 2, и у нас получилось 12. То есть мы их подсоединяем параллельно. И также у меня проблема возникла с резисторами. К сожалению, у меня на 5,1 кОм нету, поэтому я посчитал, что наиболее удачным вариантом будет взять 2 10 кОм резисторы и подсоединить их также параллельно. У нас выходит в общем потом 5 кОм. То есть, когда мы подсоединяем 2 10 кОм сопротивления параллельно, у нас общее сопротивление выходит 5 кОм. Ну, в принципе, простая физика. У меня неожиданно прервалась запись. Также нам понадобится проволока на 0,2, 0,45 мм. Я взял одну на 0,2, одну на 0,40. Я думаю, одна из них точно подойдет. В прошлый раз у нас использовалась проволока на 0,9 мм. Опять же, схема простая. Она не намного сложнее, чем предыдущая, хотя выглядит немного замысловатей. Все так же просто, все компоненты мелкие, поэтому я думаю, без проблем смогу это все дело уместить вот на такой макетной плате, как в прошлый раз. Также получится достаточно компактный. Единственный ее минус, пожалуй, в плане компактности, то, что питается 9 вольт. Поэтому в спичечный коробок уже не факт, что ее можно будет вставить. Но она, главное, более надежная. В общем-то, давайте ее соберем и посмотрим, что у нас получится. Мы собрали часть схемы, теперь нам нужно намотать катушку, для этого нам нужен стержень диаметром от 3 до 5 мм, я взял буквально первый попавшийся, этого петарда, диаметром на 4 мм, берем провод меньшего сечения, это у нас на 0,2 мм, и получается накручиваем вот на эту петарду, то есть нам нужно 7 витков. Вот у нас пошел первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой виток. Теперь ее нужно немного уплотнить, чтобы она вот такая поплотнее была. То есть, чтобы расстояние между витками было поменьше. И вот катушка наша готова. Теперь можем ее использовать в схеме. И попробуем сначала на ней все это сделать. Если не будет достаточно, тогда буду использовать провод с сечением 0,4 мм. Я все спаял, вот так это у нас получилось. По-моему, вышло достаточно хорошо. Она немного больше, чем предыдущая схемка. Но предыдущая схемка — это у нас радиожучок. Он и должен быть компактным. А это у нас радиомикрофон. Он применяется немного в других целях. Но при этом его тоже можно использовать в качестве жучка. Вот такая схемка. Будем ее уже тестировать, когда мне придет приемник. Но, честно говоря, из источника, где я это взял, сказали, что схему неоднократно собирали. И она работает. Так что все должно быть с ней хорошо. Придет приемник, проверим ее. Но вот такая вот у нас схемка получилась. Можно ее сделать, наверное, еще компактнее. Я особо так с этим не запаривался, поскольку это у нас все-таки радиомикрофон. Компоненты все простые, и опять же, я думаю, спаяет каждый. Ну, по крайней мере, большинство сможет спаять. Схема простая. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой вот радиомикрофон мы спаяли. Скоро будем его тестировать.
И, в общем-то, пока.